О, боже мой, что такое вообще, что здесь происходит, почему это все так волнисто, я не понимаю, вроде бы нормально же все, ничего не употреблял, а тут в раз и такой вот-вот... Всем привет, с вами Войсы, и сегодня у нас мод, который добавляет волны, ну не волны воды какой-то, а волны из всего мира, мать его, еще и дождь пошел, за что мне такая участь вообще? Блин, как красиво, слушайте. Мод, который весь мир превращает в одну сплошную огромную волну. Я просто офигел, я не знаю, как это, что это такое, боже мой. Вроде бы не описать, не сказать, ничего, зачем это надо вообще? Что ты здесь делаешь? Кто тебя поставил в угол? Неужели ты накосячил? О, где он? Эй! Как, что? А, вот ты где, куда ты побежал? Тебе не скрыться от этого мира, он следит за тобой. Скелеты в панике уже плавать бегут. С одной стороны, очень прикольно играть, но с другой стороны, посидев и посмотреть на этот мир минут 5, можно отрубиться. Я вчера заснул, мне кажется. А блин, а клево, если честно. Вот ты вот так вот стоишь и не видишь, что там находится. А раз, мир такой, ух, поднялся сверху там. И ты видишь, что там какие-то леса уже. Да, трудно бегать вообще, просто даже по плоской поверхности. А если вы занимаетесь паркуром, так это вообще пипец. Ладно, давайте попробуем отправиться в ад. Да. Ну да, я был прав, здесь практически то же самое. Такое ощущение, что этот потолок сейчас обвалится, какого черта? А вот смотрю вниз, то ли я на потолок смотрю, то ли я смотрю на пол, или я на полу стою. Я на полу стою или нет? Нет, я не стою на полу. Лава же течет вниз. А где низ? Свинозомби, это же какой-то хаос просто, ты понимаешь, это вообще как это? Уму непостижимо, я тебя спасу, надо выбираться из этого мира. Лети! Ну, кто в этом виноват? Самое-самое сложное, как я сказал ранее, это паркур. Это вообще жесть. Это как вообще сюда залезть? Я не знаю. Забраться сюда, мне кажется, было самое сложное в моей жизни. Но нет, тут, оказывается, еще и надо вот сюда прыгать как-то. А потом вот так. А, я смог. Все, если... А! Фейерверк. Я люблю фейерверки. Я люблю мотыгу. Мотыга, зачем мне нужна? Золотая мотыга. Вы что, идиоты? Давай. Наверх. Все наверх. Вау. Вот это красота. Вот это просто неописуемая красота. Я обожаю это все. Смотрите, как это все супер. Почти как в Сочи на Олимпиаде. Зато я успел вспахать землю перед смертью. Ну, да. Пожалуйста. Да, спасибо. Я старался, я, может быть, даже об этом книгу напишу. Вау! Я прошел это гребаное место! Наконец-то! Блин, я не выберу, да? Я не выберу никак. Тут даже фейерверк застрял, я сейчас себя сам взорву. Зачем я здесь? Что я делаю? Куда лечу? А, боже мой, давайте вспашем землю. Не успел. Короче, ребят, вы поняли суть данного мода. Я не буду терять свои нервы на эту карту, она мне надоела уже. А вообще, я ненавижу самую худшую карту, которую когда-либо играл, потому что у меня руки не из того места растут, скорее всего. Хотя, не в этом суть. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока!